Ребята, всем привет! Сегодня мы вас научим варить очень вкусно яйца. Это блюдо называется яйца пашот. Итак, что нужно сделать? Ставьте кастрюлю на плиту с водой и доведите воду до кипения. Теперь в какой-то сосуд, мы выбрали стакан, вбейте одно яичко. Вот таким образом, чтобы удобно было его вливать. Теперь кастрюлю нужно снять с плиты на время, для того, чтобы убрать бульбышки. И теперь ставим ее на место. Теперь делаем воронку при помощи ложки. Или можете взять венчик. Вот так вот разбалтываем воду, чтобы образовалась воронка. Теперь в эту воронку вливаем яичко. И посмотрите, воронка, значит, закручивает яйцо. Тем самым формируется форма. Вот, и в таком состоянии варим 3 минуты. Следите, чтобы желток не переварился. Около 3 минут варим это яичко. Делайте примерно средний огонь. А также небольшая реклама. На нашем канале вы можете посмотреть и другие рецепты яиц. Очень оригинальные. Поэтому подписывайтесь обязательно. Посмотрите. Так, вот оно яичко. Прошло около минутки. Ребята, яйца мы обычно употребляем домашние. Пусть они стоят на 10-15 рублей дороже, но зато здесь качественный белок и желток. Итак, прошло уже около 2 минуток. Значит, следующим видеороликом мы, значит, будем снимать, как пожарить яйца на воде. Не на масле, а на воде. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Я еще смотрел на YouTube, значит, есть люди в специальном пакете делают яйца пашот. Вот, но мы так еще не пробовали делать. Это вариант номер 2, если у кого не получается их сделать. Но у нас должно все получиться. Ребята, ну все, прошло 3 минутки. Теперь вылавливаем вот это вот яичко пашот аккуратненько и кладем его на тарелочку. Есть контакт. Ребята, давайте попробуем. И также повторюсь, яйцо делали впервые в жизни. Ой, и в первый раз у нас все получилось. Гляньте, как все четко. Как все четко получилось. А мы думали, мы расстроились, мы думали, что яйцо не получилось у нас. Давайте же попробую его сейчас. Ребята, ну не забудьте еще сверху подсолить, потому что мы не солили воду. Вот. Что напоминает? Напоминает обычно яйцо всмятку. Вот. Ну, очень-очень вкусно. А также, ребята, вот еще посмотрите. Вот какой рецепт жареных яиц на воде. Мы жарили яйца не на масле, а на воде. Поэтому посмотрите, как пожарить яйца на воде. Это видео уже будет опубликовано на нашем видеоканале. Поэтому обязательно подписывайтесь. А на этом все. Половинку я попробовал, а половинку оставлю жене. Жена должна попробовать это яичко. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся. До новых встреч. Пока-пока.